Приветствую, друзья. Роман Козенко. Прошу любить и жаловать. Роман, скажи, пожалуйста, вот мы будем делать вебинар. Поговорим о том, как раскрыть у людей способности, чтобы они сами могли открывать все способности, потому что я, как врач, заметил, что люди болеют, когда у них способности не раскрыты. Ты как считаешь, как психолингвист? Я абсолютно с этим согласен. Способности в любом случае надо понимать, что это такое. Но русская корневая лингвистика на этот вопрос дает очень точный ответ. Для начала корень «соб», то есть это моя собственность, да, это вот «собственная», способ, так. Способ. Для начала пособие. Что такое пособие? Так. Пособие, да, это помощь мне в реализации себя. Способ. Это инструмент, которым я себя реализую. А способность – это набор инструментов, которые в меня, в вас всех, в нас всех заложены при рождении. Это набор наших инструментов, а инструмент в любом случае – это то, что помогает нам реализовывать себя и помогает нам проецировать себя на пространство, о котором мы говорили в прошлый раз. Пространство это называется интерес. Интерес, интересе, это то, что между мной и моим существованием и тем, куда я себя проецирую. Вот, скажем, есть определенное препятствие в виде холста, как пример, или собеседника моего, с которым я разговариваю, и тогда мое поле, встречая это препятствие, да, начинает проецироваться. Ну вот между Солнцем и Луной пространство темное. Да. Света там нет. Мы видим свет как результат излучения, только когда он встречает препятствие. И звук, когда он в пространстве, пока его никто не слышит, он не существует. Он должен упереться в барабанную перепонку, тогда он принесет нам определенную информацию. Я не могу понять. Можно я задам вопрос? Конечно. Ты хочешь сказать, что звуков нету в природе, пока мы их не начнем слышать? Да. Все, все, а где же они есть? Это волна. А, ну так, так же, как свет. Имеется в виду, волны есть? Да. А звуком они становятся, когда они встречают препятствия. Так же, как и свет. Космос темный. Он темный. Светится только то, что излучает, а мы видим этот свет, потому что он упирается в наш глаз, или отраженный свет, когда отсветило, он попадает на планету. Так же и мы. Вот есть излучение, вот когда ты, Хосе, рисуешь свои великолепные картины, пишешь. Извините. Еще раз скажу, великолепные, великолепные. Великолепные, да, свои, да, шедевральные, да, произведения, полотна. Да. И мы сделаем так, чтобы вы все могли не только рисовать, но и писать, и танцевать. Я закончу сразу, позволь. Да. Да? Твое излучение, то, что у тебя внутри, твои, да, способности, да, раскрытые. Пока у тебя нет этого препятствия, это просто пространство вокруг тебя, но встречает твое излучение это препятствие. И как Пушкин писал, кисть тянется к перу, перо к бумаге. Минута, и стихи свободно потекут. Итак, друзья, для начала мы понимаем, что такое способности. Мы с помощью нашего гениального Хасая познакомимся с тем... Повтори, пожалуйста. Достаточно. Я шутник, Роман знает. Его знаете, да. С помощью нашего гениального Хасая, ну, мы хорошо научимся определять, что же является нашими способностями. И следующий вопрос. Мы понимаем, зачем нам их раскрывать. Не для того, чтобы просто не болеть. Человек болеет, когда не раскрывает своих способностей и не реализует самые главные способности. Это побочное явление. Не от противного надо работать, а идти за позитивом. Ну и, конечно, по нашей традиции мы будем разбираться с нашей русской корневой лингвистикой. Почему?
потому что при определении себя нам нельзя ошибиться. Нам нельзя совершить серьезную ошибку между «я хочу», «я должен» и «я могу». С этими терминами тоже надо очень серьезно разобраться. Только тогда мы получим с вами четкое лекало для того, чтобы увидеть свое реальное, адекватное отражение в нашем внутреннем зеркале. Я думаю, что наш вебинар этому поможет. Я хочу сказать, вот в результате вебинара, что каждый участник получит в материальном виде, так сказать, реально. Да. Ну, для меня конкретно, для меня понятие счастья, понятие материальное абсолютно. Да. Поэтому я готов призвать вас войти в состояние счастья. Мы там и теорию, и практику дадим, технологию. Конечно, да, всем вот, вместе. Вот, теперь мы сказали все, что хотели. Это до будет встречи, этот, да. Да, этот вебинар будет пособием для того, чтобы открыть прийти в себя. И прийти в себя, да. Да. До встречи. А в себя прийти, это значит, вы творцы, стало быть, вы будете в творческом состоянии. Тогда будет смысл жизни, здоровья и счастья. До встречи. Счастливо.